В Киеве был хороший доклад директора тепличного комбината «Волга», и вот подписчики буквально на днях обращались с одним вопросом. Все хорошо, мы слушаем о достижениях, продукции хорошие, но Балакова ее купить нельзя вообще. То есть в бульверах, ну как в Миленах, она представлена нет. А последние киоски с продукцией комбината «Волга» убрали, остался одна оптовка, я так понимаю, только на «Кристалле», где перепродают эту продукцию. Где приобрести, в том числе молоко, и как? Нужно ли это вообще для молока? Ну, о молоке пока еще рано говорить. Мы сейчас можем говорить только о овощной продукции. Ну, соль. Это томат, огурец, яблоко, сок. И, насколько мне известно, Роман Станиславович со своей командой старается заходить во все торговые сети, большие, мелкие и средние. На самом деле, Гулливер не сразу отзывается. Скажу честно, особо по приобретению сока, мы с ним буквально в четверг тоже на эту тему говорили, будем обращаться из своей стороны, стороны торгового отдела, с тем, чтобы все торговые сети, которые присутствуют у нас в городе Балаково, продавали производимую продукцию на территории города Балаково. В первую очередь должны быть обеспечены жители города. Коммерческие предложения, которые у Волга, они все неоднократно Гулливеру именно отправлялись, то есть у них все есть, осталось только вот. Причина пока непонятна, почему они не хотят брать, но то, что в ГУП «Волга» эти предложения коммерческие сделал по заключению договоров на поставку овощной продукции, они действительно есть. Мы со стороны торгово-промышленной палаты тоже эта информация у нас имеется.